нежить это для пидоров, мах, блин. Не, не, нихуя. Я вот жалею, что у меня лок нежить, блин. Что? Нежить. Прям почувствовал себя войдом на пару минут. Это так, на мгновение. Да и не просто из анимации, просто нежить топ, нахуй. Ну чё, дохнем, потом распределяемся, кто десидит и начнём. Берегитесь, к вам что-то приближается. Быстрее, начинаем маневрирование, маневрирование! Так, куда садиться? А вы запустили, блядь? Нихуя. Орбитали. Так дохните. А, мы дохнем, да? Ну чё, любьём? Дохнем. Дохнем. Ходите из машин тогда, как будем сидеть. Босс... А зачем мы дохнем? Чтоб портал появился, и машины здесь были. Наверное, не видят, что не все люди здесь, я не знаю. Так, блядь, я не знаю, надо, чтобы все расселись нормально, а не то, что я один в тачке езжу. Ну, я буду во второй тачке, если что. Короче, это машина добивает, босс. Ясный огонь, Мимирона, активировано. Поиск цели. По 6% ХП снимает, найс. Вот это кастом этим долго бьет. Долго, сука. Стоит, кастует, как уёбок. Мирность Хадира активирована. Поиск цели. Смена курса. Смотря как он, блядь, убивает машины долго, мне кажется, почему, блядь, некоторые вайпы все здесь, да? А, ну то, что в огне, наверное, стоят. Запустил спал бот. А кто-нибудь потаскает или простакает? Ночь. Да нахуй стримы, стримы это для пидоров. Я вообще не понимаю. А чё за поле? Сзади. Пошли. Дайте тут садись, разрешите. А Сагрин, по-моему, это. Маяк, да, Сагрин. А чё сагрили? Кого сагрили? Трэш? Ну трэш вот это около портала. Ну так бейте, нахуй. Маяк. Убили уже. А, вот. Чё, Снятина, слышишь, ты можешь меня скинуть с машины? Ой, садись, разрушитель. Так, какой? Ну, в правый садись. Слышишь, Триси, у меня проблемы, я, ну, типа, я сел в машине, но я не в машине, слышишь? А то, потаскаешь колчедон? Логайся. Ой. Да, блять, Войд, ты же в правый должен садиться, не в левый, алё. Там, сука, Калк сидит, нахуй. Всё, я сел. Правильно он сидел. И ко мне, да, там сел, нахуй. И нихуя. Ну, садись, не обязательно садись. Короче, я сел в левый, нахуй. Кто будет стакать у меня? О, это, стакать. Да я постакаю. А. Подождите, там Каноба надо релогнуть. Чё это самое? Никто не видел новости там. Так и есть 500 ЕП, да? А за ачивки что-то будем накидывать?
Там написано вроде. У меня просто... Я гляну. Нет в группе. Я просто писал тогда, типа, что за ачивки тоже там надо какой-то ИП, чтобы, блядь. Ну, сука, ну не может быть 500, сука, чтобы и ачивки делать, нахуй, жопу здесь рвать, блядь. И 500 за это дерьмо, нахуй. Короче, в десятке у людей только за посланника. Остальное ничего не начисляется. Хочешь сказать, мне сейчас жопу рвать будем, и 500 ИП будет? Ну да. Хуйня ебаная, блядь. Бунт, сука. Не буду больше во льду ходить. Ну и не ходи, пошел ты нахуй. Лол, блядь. Осадка пустая, кто не сел. Кого-то не хватает до одного. Я сажусь это, ну, к суслятине. Ну все. Все, запускаем. Готово. Чедан, колчедан разбивай. Колчеданы только позбивай, калк. С этой стороны. Знаете, кто там, мотоцикл стоит какой-то, нахуй, крим, блядь, типа, камера. Давай, колчедан. Да не пропадут, сейчас не пропадут. Лисы, я снайпер, нас. Мне страшно, к войне стало. Да, там, кац, сбивайте этим электрошоком. И стреляю, но просто на кого бог пошлет, блядь, падает, как когда я коробку. Вторая машина, сбивай касс, нет? Шоком. Вообще должна? Ну, вообще-то не сбивают, короче. Кто там сидит, блин? Вылол, уезжаем. Поехали вперед, Триси, за ним. Дал скорость, уезжай. Только задом не едь, блядь, отъедь далеко. Сука. Да мне колчедану проебать. Едь колчедану сейчас. Где-то. Колчедану едь. Ага. Подъедь далеко он, сука, далеко. Погоди ты, блядь. Взял, заебись. Еще ускорение дал, уебывай. Колчедану только. Лися, назад поехали. Колчедану, колчедану. Да нет, нихуя. Хватит сюда. В огне не стоит. Так. От огня отъедь, блядь, заморозит нас. Бля, ты сейчас таки проебываешь, Трис. Кто далеко был? Изи, пиздец, что тут сложного, нахуй? Что сложного, ты же говорил? Ооо, тренинг. Ну не знаю, у меня по рекаунту мы больше надамажили в каутах. У меня тоже. Не знаю. Так и проебанный дури, я смотрю. Мне вот это нужна кому-то? На милика. Просто я рулю на танка, но я бы взял на оф, она на ДФБ нормально вообще пошла. Ну, на атомскую возьмешь. Ладно, я за руль, а хаукеру нужно. Дашь обмен, я тебе дам. Давай сейчас, блядь, я
Вот бегу. Короче, давай, Калк, ты кулаки кресты, каской размаха. Каноп еще есть. Да, точно, ебать, она с три паладина. Ну тогда я кресты, ты кулаки, каноп, да, каски. Блять, не будем, надеюсь. Но мы пожарим, сколько выйдет там. Если не будут убивать их, блять, как на прошлом КД, ну вроде тут все нормальные. Это этот самый, это типа был хэм, вот этот утюха, да? Да. Дайте каску по хэмпу. Либо есть. Топ-то изи мод, блядь. Каски, давай-ка, ну. Люди нормальные, не тупые. Что мне бафы тряси? Каски. Каски. В прошлый раз вообще быстренько ульду прошли, не? Ну да. Что там, запустили моба, не? Нет. Чего вы ждете? Заебись, я духов. Море, погода, ждем. Пятнадцать штук, да вы уебались. Мне вообще 20 надо, блядь. Ну, это ачивы накопительные, поэтому сколько выйдет. Ну, вот. Короче, собираешь стражей, их не бить. Только ты их подбивать хочешь. Я в курсе, я в курсе. Там прошлый раз жест этот. Слин мобов наших. А он пидор просто. Мистер, подключи. Тристи это ауру поставь. Мало. Ой, МПЦ ебашит. Пока не бей их. Кто там протопал еще бьет. Бля, там полчина осталось. Дай МК ему быстрей. Смени печать, протопал. А то ты стаками их убьешь. Я там вылез на стражей. Блять, ну кинь этому, блять, овцу уготовка. Все можно жарить, хули запускайте, блядь. Подобьете, пока надышит. Не бей. Быстрее, она скоро снова взлетит. Моб умрет. Там дохуя мобов. Штук 5. Дайте ему МК. Боссов хуяривайте. Сколько засчитал? Хуя себе, блять, 5 штук. По-моему, после второго раза багается и пушки не притягивают ее. Или убрали этот баг уже. Все нормально. Забейте стражу. Сегодня не упадет пуха с этого, блять, поздного пидора, нахуй, я чару Войда удалю.
сервера нахуй вообще. Всегда. Долбите трэш больше. Кирнопуль у меня там бобовый. Позорно уберите отсюда. Все подбивайте, пускайте. Пока будет дышать, подобьете, пускайте. Врагу резать. Быстрее, она скоро снова взлетит. Нихуя себе, блять, еще 5 штук. Чисто в теории можно упасть и еще зажать. Не надо, нахуй. А в следующем КД пойдем, там уже доделаем, там осталось. Сколько там осталось здесь дожарить? Что если в прошлый раз Джет с хуйней не страдал, уже возможно бы доделали. Ну да, сколько их там надо найти, кстати? 25. Ну и так-то вообще нормально сделали. Блять, вот бессмертный, сука. Норм, ты потом войд будешь собирать? Наверное. Короче, кому-то нужна эта ачива раскалывать. Да она нахуй никому не нужна. Какая, типа? По смобами это? Да, но... типа мобов. Мне хз, мне не надо. Я на прошлом КД... А не, надо, надо, как не надо. Нет, мне... ломоботов идите лесом, я не буду точно делать. Надо собирать рейсы всякими, блядь, магами, хуягами. Клемами. Помнишь, блядь, как мы, короче, блядь, я ее два раза делал. За БДК водил босса. Мы сделали все там. 25 человек получили. И потом про товар. Ну мне нужна была чего, сука, у меня ее не было, блядь. Я, блядь, гундел, собрали рейд. В итоге Олег только говорит, вайпаемся, типа, сейчас еще раз, и все, типа, надо. В итоге 3 или 4 раза мы падали. В 25-ке. Там прикинь, их просто уешили. Ебать. Там был как-то. Ну вот давай подойдем к боссу, потом скажешь, как делать. Что у меня тоже нету, я хуй знает, почему она не срабатывает. Короче, а, ну окей. Слятина говорил. Типа в одной точке можем встать. Всем одновременно? Ну, типа около костра встать и туда два дебафа еще кинуть. Цена находили. Короче, Каноп, заведешь этих двух мобов, там у пристания этого чива, она их сделает. Только стопнуть, наверное, придется. Упал, чек на пол. Все готовы, поехали. Не достаю, слишком далеко. Мерзкие глупцы! Ваша кровь закалит оружие, которым был завоеван этот мир.
есть. Очищение огнем! Поглотит вас пламя преисподней! Да ебаный в рот. Ждите, пока раскалит. А зачем ты приморозил? Еще один, блять, нахуй ты таунтишься, воин, блять! Че, я не заунтил никого, я только босса забрал. Че, не бьем, что? Стопните, ДД. Да, давай. Добиваем? Да. Да не, стопай нахуй. Я помню, когда-то на 3, по-моему, это был 3-1-3, блядь, если я не ошибаюсь. Вот этот робот, это была такая неубиваемая херня, что это просто капец. Ну там топот просто был жесткий. Ну конечно, в том шмоте, блядь. Хоть сердце сливаем до 20%. И все. Идем мобов. А че не ХМ? Давай ХМ, если хотите ХМ. Ну, да, там наручи падают на кота. А ну давай, ты же говори, если тебе шмот надо. Че, ничего? Ну погнали, вон. Чек. Там все, все готово. Сердце сливаем. Мать его, пусть дамажит, хули он там лёг, блядь. А там скорее не мага. Нужно дать урашка. Давай же. А, не слышит. Лимон.
Что еще делать на этом голимом сервере? Собирать посланника и ДФБ на всех персов, да? Хотя бы одному сделать для начала, блин. Я вару закрыл, ДК закрыл. Че закрыл? ДФБ, ДК. Выходите, хуй пойми, когда, блин. Это давно было уже. В 14-м что-то году. Ну, в 15-м. Пуха бисовая. Побой, блядь, убивайте этого моба. Открывайся, Войт. Не сейчас. Я пока не могу использовать Да, блядь, сведите вы их в одну кучу, ёбаный в рот. Без ремонтника просто играйте, да и всё. Что, есть какие-то особые пожелания на совет? Или просто хейм делаем и все, хейм, ну окей. Да, хейм. Хейм на совете сделаем, толстяка последним убьем. А галлоны сейчас будем? Нет, пока. Прошлый раз затупил на этом, кстати, на алгалоне. Встаньте в трэш под ботву, под моба. Че, капа сначала двоих будет танчить, вот мелко, потом заберешь повелитель рун. Виды, смотрите, там заманы шаманы. Там на второй метке не забегайте в эту. В синюю. Там будет зеленую сразу бросать, по-моему. А чё, два хила с лонирами, да? Лол.
У меня 13 стоит. Нужно его ланер поставить. Чек на пул. Войд сначала мелкого танчишь, потом молгейма заберешь. Все бьем мелкого, потом молгейма. Майфрейм. Танчишь большого и повелителя рун сначала. Хаукер на пуль там на него их. А Войд танчит пока мелкого. Выведи его. Ладину. Выведи руны. Да, как цикла зарешала, а? Взрослый, блядь. Ты что думал? Я же не щенок. Ёпта. Медведя там вообще раздувают, блядь. Вот, лови, блядь, забыл диспейлить. Это дебаф у вас, ёпта. А. Ребятки. Кинжал уебищный такой. Поножи нужны кому? Ну, я тыкнул, если что, отдам. Ну, я просто на транспорт хочу взять. Да. Тебе они нужны? Наверное, нет. Да. Там сетовые лучше, наверное. Бесполезные. Я вчера просто плечи выбилось 25 хочу сделать. Че там зергаем в кота мне? Вставляем бафы. Да не, через руки поиграем. Буду сегодня в 25 гер демоном, короче. Хочу ворваться. Подождите, может спекнем Вайда в ДД, нет? Зачем здесь, ну, два танка? Потом бежать с кладбона будет, мне не надо. Ну что, идем? Чек на пункт. Ехали. Начинает канал, потом забирает. Че, играем?
в руки. Ну, правую, левую, правую, левую. Естественно, если их нету, то в него. Смотри, что я нашел. Что? Смотри, где мой медведь. Что, блядь, руку играем? Сука. Ой, тебе точно 26 лет. Ой, блядь. Нихуя, смотри, какое лимитирую, блядь. Ладно, пацаны, там справитесь, да? Ебать. Я сука, под полом, нахуй. Ебать. Я застрял, не кайся. А вот все. Как мы сделали, она, наверное, просто никому не нужна. Пойди. Это с мобами ачивка, которая перекати осколок. Ну, бери трэш, вот, тащи сюда. Делаем кошатницу. Кошатница. А тебе лимон нужна, она это чего дает жизнь? Не знаю, можно попробовать, конечно. А как приступим? Как бомж. Давайте как попу стреляем. Тогда делаем кошатницу. Кошатницу зерганут, да? Каску хам туда идти. Лай, каноп держишь трэш, войд босса. Геру зерги, босса чё? Блять, ты не мог её вывести? Я хуй знаю. Чё же сольём, хорошо. Ты как обычно, хуй знаю. Ну, всегда там ты бьёшь. Заберите нахуй мобов этих. Ты ее повел. Блять, давай, куда ты, сука, ведешь, дебил? Это конченый или что, скажи мне? Я хуй знаю, что вы делаете. Я, блядь, начал победить его трэшем, взял повел босса за трэшем, блядь. Ты такой бой. Честное слово. Трэшем я босса вожу, а кейтом. Добивается быстрее, это сейчас спидер этот вылез. Лишь бы на Вайда погнать, идите в жопу. Так, блядь, пиздец. Хуйню творишь, конечно, надо гнать. Ничего не творил, блядь, ты говоришь, куда ты уйдешь, блядь, я подвел рейд. Блять, когда уже все спустились к тебе, ты решил наверх выйти? И каноп мобов туда, да, отводил, наверх. Не, ну ты повел наверх вас. Тут у меня спрашивает жена, почему я нервничаю? Я говорю, что ты мудак, блин. Объясни ей, почему это так, блин. Ты нервничаешь, потому что у тебя нервы расшалились. Пойдь в кота. Прям сейчас? После трэша, блядь.
Короче, Коноп, тема такая, танчить босса около костра. Окей. И все стоим в одном кемпе. Ой, плюс они в рейд. Чувак. Плюс, поставь в рейд, макрос напишу. Ну-ка, заберите моба, я ну ёбаный в рот. Два моба. Два танка. Здесь я кушаю, я сейчас. Можешь, блять, его отвернуть или нет? Ты, блядь, решил нахуй повъебываться сейчас? Кто, я? Ну. Нет, еще. Танчи он, блядь, теперь Ермунгаров. Наказание. Я не убью. Питер, блядь. Наступайте на эту хуйню. Вот, блядь. Ты говоришь тальчи, блядь. Я и хотел по тальчи. Ой, блядь. Не думал начать танчить, блядь. Ну, оба ждем. Давай обмен, чё? На кота мне, блядь. В смысле, отклоняю. У меня, может, есть такая уже хуйня. Да? Ну-ка. Сделка совершена, весь всё заебись. Может, это потому, что я танчил? Скорость атаки на 522. Это на кого вообще, блядь? Так на пул, на Коноба. Такой на пул. Стоишь, короче, около этого костра, все двигаемся, сугробы забегаем. Тут все все знают, в принципе. Ралли. Все понимаем. Все понимаем. Не из 100-100. Сбивайте, не пси. Блять, скоро его распали. Костер. Зон. Нет. Сюда подойди, босс. А уже нет. Вот он здесь, костер. Забегаем в сугроб. Приведи босса сюда. Что-то не работает он. Есть стаки на боссе.
Короче, хуй знает, все бегают что-то где хотят. Наверное, непонятно, что, блядь, стоим в одной точке. Гробы сейчас залежит. Ёбаный в рот, она вообще есть? Или это пушка? Кто-то шарит, как вот эту хуйню делать? Какую? Прист, контроль же. Я вам туда. Да, мапа. Нахуй. Мне тоже надо. Комнату Войд, Хант, Мак и я. Стоим, делаем, да? Ты думаешь, мы не успеем, блядь? Но я не знаю, законтролит этого моба или нет. Я не знаю, причем даже какого моба. Там такой же, как и на строклыт, на строклыт. Пожирный двор. Ну, говорите ему тогда, потому что я буду в комнате. Не, контроль в плане брать в контроль. Контроль над разумом. Да. Стаки спадут с меня. А, вот там пустая, конечно. Сука, я бурст проебал. Красава. Напоминаю, комнату я, Халкер, Светлятинка и Войт. Остальные здесь. Пока Войт тут, значит, я пойду в комнату, нет? Не надо. Я просто тут еще ни разу не танчил, я не знаю, что тут. Тут мобы просто будут выходить, просто лужу кидай и собирай их. А, защитника главное забери. Чек на пул. Ставьте метку потом, которую надо будет приступ контроль. Да, Васистов.
Там не завоеватель, а защитник убивает. Защитника убивает, завоеватель контролит. Все готовы, убивайте моба. Незваные гости! Вы заплатите за то, что посмели вмешаться. Давай, Войт, убивай суслика. Вы? Я помню вас. Это было в горах. Но вы? Что это? Где я? Я пока не могу использовать эту способность. Войт, на меня. Подойдем за контроль, надо. Блять, блядь, танчи, нормально. А я чё? Ты не видел, что моб пошёл суслик охуяли? Вот этого законтролить. Ты же говоришь, убивай его. Отведи его подальше, этого моба, слышишь? Там суслик как когда выйдет, он может ему овчу кинуть, так-то. Короче, как спустим лимон, сразу рост даешь, все стоим на рейнджу. Чтобы не стоять, блять, в одном месте все. Посом только, блять, англиф и танк. Что-то у меня пердак горит, нет? Бегать. Бесстыжие выскочки! Вы решили... Ой, моба. Контрольте моба, ребят. Просто моба контроль, не бей босс. Стоп клиф. Уводи его. Собирайте моба. Контрольте моба. Почему ты слетает на меня, то не понимаю. Потому что у тебя урон проходит. Даже может я его потанчу в стороне. Это контроль шоп был. Право в другую сторону. Фильтр пристань не достай. Умни. Где я, Чива, блядь? Да. В смысле? А почему меня не засчитало, блядь? Потому что она вас съела, блядь. Тебя засчитало? Нету. Хуя ли эта банька упала? А, ну, тебе нет. Значит, бафа на вас этого не было. Да, возможно. Так, ну ладно, в следующий раз будем делать. Ебать, ясно. Что там говорят, Фрей уже не работает как раньше, да? Будем нормально бить? Да, да, там трэш надо сливать. Пока у нее стаки не кончится, то она хилится. Не, ну, ну не, не кончится, там до 190 где-то стаков хватает. Хватает, блядь, при охуенном ДПСе хватает. Ебать, а у нас ДПС пиздец, наверное. Пойду био, там 2-3 минуты. У меня наш ДПС, 2 хила, 2 танка, у меня ДПС. Тут нахуй 2 хила, 3 еще можно дали. И вайп не все нахуй. В тот раз убивали нормально, блядь. Ну, пошли с ним, мелкий трэш. Каноп один танчил. Один хил был. И сливали нормально. Использовать эту способность.
можно подойти поближе. Пидоры опять скидывают это говно ебаное. Картинки ебучие, сука. Что журнал, вообще? Журнал боя открыл на пизду. Уёбки это, блядь. Читеры, сука. Хакеры ебаные. Пидорас, может справа трэш тоже зальем? На всякий случай. А чё, никакие не будем делать? Зерк. Так, ну здесь трэш мелкий вылазит. Точечно вливаем. Становимся под грибы, когда вырастает, чтобы сало не ловить. Ну, сливаем лемов, блять, и большое дерево, ну и АНР, эту хуйню тоже. Вар, надо на это, на боссе сбивай каст. Кто там пиздец по 10к он, сука, лупит. Там солнечный луч или луч солнца, я не помню, как он называется. К тому же он еще массовый, нахуй. Это всего 2 каста, блядь. Сиби. Ну чё, погнали? Нету там никакой рыбы, чё ты обманул? Хватит, блядь, нет. Где? Давай, Войд, на пулю. Чё, начинаем? Поехали. Опа. Это хэм или нет? Нет. Или да. А, да, мы что-то делаем. Подкаст «Луч солнца». Красава. Древо убейте. Забирай канопы. Блять, сало поймал. Каст. Что там стакал на фреге? Парни, блять. Каст. Дерево. Сейчас вроде жирный должен быть. Каз. Монарх, твоей прислужнице нужна помощь. Грибы. Ну типа грибы, типа грибы. Вот будет каз лучше солнца. Дерево. Корни.
заднице нужна помощь. Либо становимся. А я в корнях разбить. Сейчас выйдет трэш, просто заберешь его, не бейте, босс вливайте. Вайпаться, чё? Блять, мне иногда ради этого ларька, блять, хочется алхимию включать. Нет, правда, блин. Есть такое дело.